Оказался чересчур гостеприимным, хозяин иркутского хостела за вознаграждение содействовал постановке на учет мигрантов из стран ближнего зарубежья. Предоставлял в полицию сведения о том, что они якобы живут у него, хотя по факту это было не так. Подобным образом 40-летний мужчина поучаствовал в судьбе почти тысячи мигрантов. Теперь в отношении радушного и жадного до денег владельца хостела возбудили уголовное дело. Оставлять все как есть не будут и в следующей истории. В Усольском районе на участке, освобожденном от зарослей дикорастущей конопли, посадят лес. Наркосодержащее растение расплодилось на площади почти 37 гектаров. Первый этап борьбы начат. После того, как коноплю окончательно истребят, займутся лесопосадкой. Произойдет это уже в 2021. В текущем году будут продолжать уничтожать наркосодержащие растения по всему региону. Сейчас приобретены необходимые для такой работы гербициды. Более 2000 литров препаратов. Их распределят между Иркутским, Зиминским, Тулунским и Аларским районами. Еще три территории снабдят гербицидами, которые покупали в прошлом году.